Слепым водителям на дороге не место. Омск. Минивэн повернул и сбил пешехода на зебре. Что ли? Невнимательный водитель вышел из машины. Интересуется здоровьем мужчины. Что не видел, дядя? А дядя орет на сбитого человека. Поэтому надо бить, что ли? Придурок! Водитель действительно подслеповат. И ему, и пешеходу горел зеленый. Видео от москвича Алексея. Кроссовер перестроился на светофоре. Напугал шофера седана. Тот шарахнулся влево и вмазал иномарке. Скучно было на перекрестке. А теперь появились дела. До вечера не разгрести. Город Ковдор, Мурманской области. Телезрительница Анна возмущается поведением шофера снегоуборочной техники. И тут снегоуборщик поехал назад, прямо в машину Анны. Влез в салон через ветровое стекло. Анна и пассажир не пострадали, а вот машине досталось. Подмосковный Серпухов. Иномарка выехала на перекресток под Красной. Поймала в правый борт. Отлетела и ударила паркетник на светофоре. А тот отскочил в машину позади. Слепой водитель спровоцировал и таран, и паровоз. Стали свидетелем аварии? Увидели что-то необычное? Передавайте привет программе «Водить по-русски». Танки через дорогу переезжают. Прекрасно вообще. Тебе там артиллерия целая. БТР пошли. С ума сойти. Ну какие против этой страны могут санкции вводиться? Прекрасно вообще, потрясающе просто. Вот оно вам, водить по-русски. Смотрите, запоминайте и правил не нарушайте. Женщины за рулем не для украшения автомобиля. Москва. Иномарка начала перестраиваться и притерла попутку в соседнем ряду. Женщина была уверена, шофер попутки обязан смотреть в зеркала, а ей не обязательно. Она же дама, ей зеркала для другого нужны. Москва. Автогражданка выехала из двора и по сторонам не посмотрела. Опа! Ну все, больше никуда не едем. Крым. Телезритель Алексей встал на светофоре и получил удар сзади. Ёлка. Зевнула дамочка и собрала несколько машин. Жена Алексея возмущается. Стаж вождения тут не важен, важен результат. Самара. Сын телезрителя Сергея рассуждает о сложностях вождения. Вообще, мне кажется, машиной легко управлять, а справа знать нужно. Надо знать просто, ну, научиться, получить права и управлять потом. Ничего сложного, да, нету. Мальчик соглашается. В принципе, нажимаешь на педали, либо скорость управляешь. А вот всякие правила, вот это проблематично. Надо будет сдавать тоже, когда права получают. Сергей проезжает парковочный карман, а там гражданочка уверенно пятится. Что она делает? На... Ударила. И ведь сдавала экзамен на права, но вождению, похоже, так и не научилась. Кемерово. Машины встали. Женщина на паркетнике выезжает всем поперек. Телезритель Петр очень недоволен. Понимаю. Ну куда ты лезешь, овца ты тупорылая? Автогражданка ноль внимания. Нарушает, будто так и надо. Петр засомневался. Может, надо было ее. Прикинь, Порше. Бить женщину, даже нарушительницу, даже в воспитательных целях не надо. Не по-русски это. Ну куда ты лезешь, овца ты тупорылая? Для некоторых ровных мест надо выписывать караульных. Новосибирск.
внедорожник с прицепом чешет в левом ряду, обгоняя попутные машины. И тут прицеп стал очень самостоятельным и встречной Ладе в лоб. Прицеп у кого-то отвалился. Врезали эти прицепы. Мужчилая авария. Пары поразбила. Хорошо, что как бы накрыло бы и перевернулось бы. Хозяину Лады прилетело на ровном месте. Видео от телезрителя Александра из Нижневартовска. Водитель легковушки остановился перед перекрестком с круговым движением. Шофер попутки притер его сзади. Авария из ничего. Москвич Алексей стоял на светофоре. Все поехали вперед, а один шофер назад. Тюкнул грузовик позади себя. Водители вышли посмотреть на ущерб, а его и нет. Только грязь с бамперов отлетела. Обошлось. А вот у этих иномарок перед светофором не обошлось. Нашли друг друга в очереди. Омск. Телезритель Алексей хотел повернуть во двор, но притормозил. Увидел такси. А таксист Алексея не заметил. Выехал и воткнулся. Говорит, сугроб обзор закрывал. Странный сугроб. Алексей из-за него таксиста видел, а тот его нет. Вот тебе и профессиональный шофер. Видео от телезрителя Дениса из Санкт-Петербурга. Водитель иномарки перестроился, не глядя. Попутка влезла на ее борт, как на пандус. Едва не перевернулась. На ровном месте. Любишь гонять по обочине? Люби и штрафы оплачивать. Внедорожник обогнал попутку по обочине. Вернулся на дорогу, но летел так, что врубился в хвост автоочереди. Два грузовика идут бок о бок по трассе. Не объехать. А водитель легковушки объехал по обочине. Выскочил на асфальт, и машину занесло. Улетел в кювет. Хорошо, что под тяжеловеса не попал. Хэтчбэк настырно лезет с обочины под грузовик. Упорство было вознаграждено. Забодала фура легковушку. Ты куда ехал? Поздно хвататься за голову. Попал обочечник. Иномарка просвистела по обочине мимо патруля. Полицейские начали преследование. Погоня была недолгой. Выехал на обочину. Готовь деньги для штрафа. На дороге бьются без оглядки на размеры. Видео от телезрителя Сергея из города Волжский, Волгоградской области. Дедушка на тазике высунулся на главную дорогу. Дождался автобуса и поехал в борт. Не договорил Сергей. Дедуля на «Жигуленке» назад сдал. Сергей на всякий случай отъехал подальше, а пассажир жалеет пожилого водителя. Пенсионера жалко, но он сам подставился. А заодно и пассажиров автобуса подставил. Конечная остановка у них получилась. Все на выход. Краснодарские байкеры открыли сезон и рты от удивления. Сынишка телезрителя Романа на миниатюрном мотоцикле влился в ряды матерых мотобратьев. Современный сын полка. Киров. Шофер грузовика повернул из среднего ряда. Стукнул попутную легковушку. Мертвая зона – слабое оправдание для профессионала. Иномарка врезалась в газель. Выкинула ее с трассы. Шофер грузовичка попытался укрыться на обочине, но так и не вернулся. Водитель попутки с трудом объехал развалины машины тарана. Пешеход не всегда прав. Город Слюдянка, Иркутской области. Телезритель Сергей повернул и сбил пешеходов. Они шли по дороге и на дорогу не смотрели.
подмосковный Чехов. Телезритель Валерий остановился. Девушка идет по переходу. Водители на встречной полосе тоже пропускают. А шофер микроавтобуса нет. Пнул легковушку и вытолкнул на зебру. Едва пешеходу ноги не отдавили. Магнитогорск. Старушка переходит улицу по зебре. Медленно и на красный свет. Шофер маршрутки остановился перед пенсионеркой-нарушительницей. А телезритель Николай возмущается. Вот бабуля очередная, блин. Ну ты пипец, да что ты бабки сегодня? Вообще уже борзели, блин, по жизни. Кошмар. Легковушка врезалась в задний бампер попутки. Жена телезрителя Владислава возмущается. На тебе, я так и знала. Жопу догнала. Да, баран. Что это было? Старушка шла по зебре. Один водитель ее пропустил, а второй стоящей машины не заметил. Сиди, в телефоне не надо. Золотые слова. Даже лошадь думает, куда скачет. Москва. Телезритель Юрий стоит на развороте. И вдруг «Жигуль» просвистел мимо. Оп. Погнал по встречной полосе. Жена Юрия полна сарказма. Правильно, парень. Вот это да. Вот это миг. А ты думаешь, где тут проехать, как повернуть? О, как поехал. Офигеть. Это нужно посмотреть сегодня. Наверняка заснят. Все записано и уже в эфире. Обана. Машину телезрителя Андрея обогнал микроавтобус. На длинный обгон пошел. Нарушил грубо. Запрещен здесь обгон. Шофер встречный зацепил обочину, и автомобиль занесло в машину Андрея. Люди целы, машины нет. Москва. На светофоре загорелась зеленая стрелка направо. Но телезрителю Дмитрию надо ехать прямо. Вот он и стоит вместе с потоком. А эта иномарка едет. Опа! Что такое? Дебил. Как вы, вывернул так. Придурок. Это он так в поворот туда входит, что прямо по встречке его фиганул. Шофер без руля в голове и не думал поворачивать. Ехал прямо и размолотил кроссовер. Жена Дмитрия возмущается. Пец. Ему весь перед. Телезритель Сергей проехал знак «Обгон запрещен». И тут же ему в лоб вылетела иномарка. Водитель обгонял грузовик и плевать хотел на правила. Сергей увернулся. Никто не пострадал. Внимательный водитель всегда живет дольше. Украина. Кроссовер выскочил на встречку и протаранил две машины. Удар разворотил передок внедорожника и закрутил по трассе. Водитель в крайней левой полосе контролировал дорогу и успел затормозить. Универсал повернул под нас телезрителя Сергея. Повезло водителю. Сергей вовремя остановился. Но больше всего повезло пассажиру легковушки. Успел только испугаться. Киров. Пешеход выскочил на дорогу. Телезритель Константин затормозил, но очень недоволен. Что ли, а? Эмоциональность Константина понять легко. В неположенном месте мужчина улицу перебегал. Ульяновск. «Газель» вывернула перед автомобилем нашего телезрителя. Твою мать! Телезритель догнал поперечника и высказал все, что думал. Ты куда так выезжаешь? Скользко же на дороге. Идиот! Пассажир нашего телезрителя резюмировал. Что было, то было. А чего не было, регистратор не снимал. Телезритель Олег снял на улице грузовую «Ладу». Шофер перевозит длинные доски в салоне легковушки. Трава торчат из машины метра на три. Попутная иномарка почти стала шашлыком.
Олег с другом подошел поближе. По-моему, все газы. Да нет, в любом случае, чем до ремонта давать машину. Московская область. Седан в заносе протаранил на встречке машину телезрителя Алексея. Что это было? Виновник аварии уснул за рулем и пострадал больше всех. Получил тяжелые травмы. Грузовик повернул и опрокинулся. Доски перевесили кузов. И грузчики напортачили, и шофер дров наломал. Украина. Редкий экземпляр «Жигулей». Водитель тормозит, машина сигналит. Друзья по гаражам веселятся, как дети. Задний ход. Тормоз и снова сигнал. Тазик близко. Опция забавная, но уж больно громогласная и часто не по делу. Им что вдоль, что поперек. Одно слово – поперечники. Бийск. Машина начала поворот на перекрестке и остановилась. Поздно, седан ее уже подбил. За рулем седана была девушка. И это тот случай, когда барышне точно надо было уступить дорогу. Лось выскочил поперек трассы. Отвлекся телезритель Андрей, но среагировал. И сахатый цел, и машина. Видео от телезрителя Константина из города Киров. Паркетник повернул, а справа «Жигули». Наказали поперечника торопыгу. Видео от телезрителя Александра из города Орел. Седан повернул и получил в бок от помехи справа. Удар развернул его, и тот уперся кормой в попутку на светофоре. Кто виноват? Смотрим повтор и видим. Помеха справа двигалась на красный. При буксировке может порваться даже там, где не тонко. Гонки на бездорожье. Нива тянет изо всех сил, но буксировочный трос возвращает ее назад, как мячик на резинке. Что там? Там другая Нива застряла. Не осилила брод, увязла в грязи. Гонщик утонувшей машины просит помощи. Вторая попытка. Тягач рванул и оторвал себе задний бампер. Железяка выстрелила, как из рогатки. Отлично. Давай за перец цепляй. Внедорожник дернул машину из кювета. Выдернул легко, а она врезалась в припаркованный автомобиль. Дверь багажника и задний бампер в минус. Внедорожник дернул из сугроба легковушку. Заодно и задний бампер ей выдернул. С мясом. Хозяин легковушки почему-то не рад. Оторванный бампер заботливо уложен в салон, а у спасателя на очереди следующий любитель экстремального вождения. Ивановская область. Нива застряла на лесной дороге. На выручку пришел собрат по бездорожью. Осторожно натянул трос. Грязь фонтаном из-под колес. Но не с места. Один из помощников полез помогать. Вовремя отошел. Крюк сорвался и разворотил Ниве дверь багажника. Нет больше скобы. Хорошо, что люди под хлесткий трос не попали. Быстро – это не всегда хорошо. Видео от телезрителя Виктора из города Югорска, Тюменской области. Иномарка пролетела на красный, а там внедорожник. Удар закрутил его по дороге. Твою мать. Легковушка протаранила автомобиль телезрительницы Татьяны. Он кубарем полетел по перекрестку.
А нарушитель дальше поехал. От патруля убегал. Машина Татьяны в хлам. Но суд без труда установил виновника разрушительного тарана. Москва. Иномарка по крайнему левому ряду обошла автомобиль телезрителя Михаила. На всем ходу влетела в лужу и пошла юзом. Вот такое оно, аквапланирование. Телезритель Артур ехал по трассе Башкирия. В лоб ему выскочила иномарка. Первый удар и сразу второй. Лихач обгонял, под знаком «обгон запрещен». И собрал в кучу три автомобиля. Стали свидетелем аварии? Увидели что-то необычное? Передавайте привет программе «Водить по-русски». Привет, «Водить по-русски». Смотрите, запоминайте и правил не нарушайте. Тот, кто ведет машину по-русски, в помощи не откажет. На трассе Владимир-Москва у автомобиля телезрителя Григория сгорело сцепление. Мотор крутится отдельно от коробки. Больше ничего сказать не могу. Не бросили Григория в беде добрые люди. Сначала машину взял на буксир УАЗик. Русский УАЗ справляется с японской машиной. Не знаю, японская машина сама с собой не справляется. Но УАЗ, конечно... умеет убеждать. Потом эстафету подхватил грузовик. Окружающая среда не загрузает. Еще один шофер вызвался помочь нашему телезрителю. Повторила братская любовь. Японца с японцем. Водительская взаимопомощь не только до Москвы, а куда хочешь довезет. Не забывайте об этом ни в городе, ни на трассе. И это будет по-русски. Ваш регистратор включен? Тогда счастливого пути.